врач в поликлинике выписывает лекарство. Это оказывается биологически активная добавка. БАД. Я вам скажу, какие поливитамины, какие БАДы в данной ситуации можно употреблять. По радио рекламируют средства от всех болезней. Лечебно-профилактический продукт на основе ламинарии. Это тоже оказывается БАД. Мы покупаем таблетки в аптеке. И это оказывается БАД. БАДы. Они продаются буквально на каждом углу и стали нашей средой обитания. Эти пилюли безвредны и даже полезны. Проблема в другом. БАДы – это еще не лекарство, но уже не еда. Этим и пользуются мошенники. Они рекламируют их как средство от всех болезней и продают за бешеные деньги. Как не попасться на удочку мошенников? Сколько на самом деле стоят БАДы? И как выбрать правильную биодобавку? Тысяч наименований. Именно столько БАДов, биологически активных добавок, продается сегодня в России. И это только те, которые зарегистрированы официально. Еще несколько тысяч в списках не значатся. То есть не разрешены, но, несмотря на это, продаются в аптеках и через интернет. Биодобавки появились в России в начале 90-х, но споры вокруг них не утихают до сих пор. Биодобавки. От головной боли, от депрессии, от атеросклероза, от рака. Это панацея, лекарство от всего на свете. По крайней мере, так уверяют продавцы. Каждый из наших препаратов именно предотвращает рост раковых клеток. БАДы – это бизнес. Он не имеет к здравоохранению никакого отношения. БАДы не являются лекарством. Более того, они могут быть опасными. Это мнение врачей. Нарушаются сроки той же химиотерапии, что приводит к прогрессированию основного заболевания. Кто из них прав? Врачи или производители биодобавок? Правда ли, что под видом БАДов можно продавать все, что попало, и за любые деньги? Действительно ли этим бизнесом может заниматься кто угодно? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили открыть собственное предприятие по производству БАДов. Для чистоты эксперимента наш бизнес возглавит человек, страшно далекий от медицины, водитель нашей съемочной группы. Свой препарат мы сделаем из самых дешевых витаминов и минералов. Попробуем зарегистрировать его и получить лицензию. Потом попытаемся отдать свои препараты на реализацию в аптеку. Это новые продукты, мы встретили производителя. Договориться с врачом, чтобы он выписал всем своим пациентам наше лекарство. Вы выписываете наш препарат, если и процент получается. 15%. Результаты мы покажем представителям Роспотребнадзора, Антимонопольного комитета, Госдумы и Росздравнадзора. По идее, эти организации должны контролировать рынок БАДов. Мы попросим их объяснить, почему на рынке биодобавок столько мошенников и можно ли навести там порядок. Надежда. Это главный товар, который продают распространители БАДов. В отчаянной ситуации человек цепляется за любую соломинку и готов поверить в чудо. Настя Чулкова. Ей только исполнилось 7 лет. Веселая и жизнерадостная. Она мечтала стать парикмахером, выступать на сцене и вылечиться. Она искренне и по-детски верила в чудо. Эти кадры сняты в последние дни ее жизни.
Настя Чулкова умерла от рака. Прямо на руках у своей мамы. Ее мечты так и не сбылись. Каждый день Татьяна Чулкова приходит на кладбище и часами болтает со своей дочуркой. Ей трудно поверить, что ее Настеньки уже нет в живых. Ведь ей же обещали, что есть чудо-препарат, который обязательно спасет ее девочку от рака. Я как это сидела, ее гладила, с ней разговаривала, а тут что-то мне прям стукнуло как-то. Я: «Настя, говорю, вставай, ну что ты, говорю, вставай». На руки ее взяла, ну, мне просто смотрел, так ясно-ясно еще. Ведь понятно же было, что ничего нельзя сделать. Тогда я вообще, как у меня, как пелена. Татьяна боролась за жизнь девочки до последнего. Несколько операций, уколы, 7 курсов химиотерапии, огромная доза облучения. Врачи из онкологического центра имени Блохина, где лежала Настя, не давали обнадеживающего прогноза. Любое заболевание протекает таким образом, что мы не можем предугадать стопроцентное развитие этого заболевания. И при беседе с родителями, естественно, гарантировать стопроцентное излечение мы не можем. Мы стараемся не давать излишнюю надежду на выздоровление и стараемся все-таки более реалистично подходить к данному вопросу. Стопроцентное излечение. Чудо-препарат, сделанный по секретной технологии. Это биологически активная добавка. В ней только натуральные ингредиенты. Мы обязательно вылечим вашу дочку. Это Татьяне пообещали некие специалисты, которых она встретила возле онкобольницы. И она им поверила. Идем из больницы, идем просто прогуляться на улицу. Просто атака возле онкоцентра. Подходят 2 человека, 3 человека, предлагают новые какие-то лекарства, какие-то настойки. Очень много, как мне объяснили, единственный препарат, который вывели на данный момент в 21 веке, он может помочь. То я не думала в тот момент об этом. В тот момент я думала только о том, что я должна что-то делать, чтобы ребенку помочь. Я не имею право просто сидеть и смотреть, как она умирает. $30,000. Именно столько стоило лечение чудо-препаратом. Но деньги – это последнее, о чем думала Татьяна в те дни. Она хотела только одного – чтобы дочь осталась жива. Татьяна забрала Настю из больницы и отправилась с ней на Украину. Лечение чудо-препаратом проходило в Киеве. Врач приходил каждый день, ставил капельницы и давал девочке какие-то таблетки. Мы жили тем, чтобы просто спасти ребенка, спасти, который просто на наших глазах погибает. И погибает не просто когда, а именно в мучениях. Боли усиливались с каждым днем. Температура держалась постоянно. Настя сильно похудела и уже не могла ходить. Это был результат приема чудо-препарата. Ведь от обычных методов лечения торговцы волшебной биодобавкой уговорили Татьяну отказаться. Когда на моих глазах 2 девочки умерли в Киеве, вот, и я стала уже нервничать, собираться уже уезжать оттуда, потому что как сошла с меня какая-то, как будто я очки сняла, и я тогда начала понимать, что ничего не работает, этот препарат вообще ничего не делает. Но тогда вот я посмотрела на состояние ребенка, и когда уже мы сделали УЗИ, и этим все подтвердилось, что хуже, там уже просто хуже некуда было, я собрала Настю, и мы уехали в Россию. Настенька Чулкова прожила дома еще месяц. После курса биодобавок единственное, что смогли сделать врачи, это облегчить боли. Лечить было уже поздно. О том, что Настя умерла, продавцы чудо-лекарства так и не узнали. Телефон доктора, который лечил девочку биодобавками, молчит до сих пор. Для таких людей это заработок, да? Бизнес это или что? Для нас, для родителей, да, мы, наверное, покупали надежду. Хотя тогда это было очень сложно понять. Это Настина комната. Школьный портфель, несколько кукол, новогоднее платье. В этой комнате осталось все по-прежнему.
Татьяна заходит сюда впервые после смерти дочери. Новогоднее платье. Настя. Даже, наверное, около года я вообще сюда него не заходила. Вообще ничего не трогала, как вот при ней было, как игрушки все. Онкоцентр на Каширском шоссе. Все столбы в радиусе километра заклеены объявлениями. Лечим рак, 100% выздоровление. Все эти чудо-средства – обычные пищевые добавки. Здесь, за воротами онкоцентра, продают надежду. Продают людям отчаявшимся, готовым, как и Настина мама, поверить в чудо. Вместо того, чтобы лечиться у нормальных врачей и делать операцию, они начинают глотать БАДы от всех болезней. Сколько смертей на совести у этих продавцов биодобавок, даже трудно представить. Даже Бог с ними, с деньгами, которые бешеные деньги они просят, отдаем эти деньги, Бог с этими деньгами. Но уходит время, которое можно, которым можно использовать в другом направлении, можно помочь в это время. Как ты думаешь, вот ты использовала все возможности? Я не знаю, я не могу отвечать на этот вопрос. Я старалась сделать все, чтобы спасти ее. Может быть, где-то я что-то упустила. БАДы не лечат ни рак, ни инфаркты, ни инсульты. Они вообще ничего не лечат. БАДы – не лекарство, это всего лишь добавка к пище, проще говоря, еда. В отличие от лекарств, они не проходят клинических испытаний. Их эффективность никто не проверяет. Добросовестный производитель БАДов обязан ставить на упаковке вот такую пометку «Не является лекарством». Если такой надписи нет, добавку лучше не покупать. Правда, добросовестных производителей БАДов, которых волнуют медицинские показания их препарата, не так много. Для большинства это просто способ заработать деньги. Бизнес, ничего личного. Мы решили проверить, легко ли организовать такой бизнес. Каков будет доход? И есть ли хоть какой-то контроль на рынке БАДов? Главная цель любого бизнеса – это получение прибыли. Поэтому мы решили сэкономить на сырье. Закупаем для наших БАДов самые дешевые ингредиенты. Магний, витамин С, витамин ПП, гинго-белоба. Примерно такой состав у половины биологически активных добавок. БАДы делаем в обычном гараже, кустарным способом. Технология производства проста, как 3 копейки, и стоит приблизительно столько же. Мы просто измельчаем все ингредиенты и смешиваем их между собой. Ну, разомнемся. Сыграем? Да. Гремучую смесь рассыпаем по флаконам. Эх, давай. И наклеиваем этикетки. Наш препарат будет называться «Андумин Форте». По идее, это название должно насторожить любого медика и фармацевта. Ведь в переводе с латыни «андумин» означает «не думать». Ну что, наши бадики готовы? Бады из Канады. Себестоимость вот этого флакона с нашим так называемым препаратом всего 7 рублей. Продать его мы попробуем за 597 рублей. Для БАДов это считай даром. В графе показания пишем. Улучшает кровообращение головного мозга. Когнитивные функции. Память, внимание. Профилактика инсультов и заболевания раком. То есть лекарство от всех болезней.
Андоминфорте готов. Но в бизнесе главное не произвести товар, а продать. Меховая выставка-продажа. Все меха собрались здесь. Новый Арбат, 36, 25 и 29 ноября. Пенсионеры – это любимые клиенты продавцов БАДов. Во-первых, им всегда есть от чего лечиться. У большинства целый букет возрастных болезней. Во-вторых, врачи в поликлиниках не слишком внимательны к пенсионерам. У медиков просто нет времени выслушивать очередные жалобы очередной старушки на мигрень и повышенное давление. У продавцов БАДов времени предостаточно. Они часами беседуют с пенсионерами по телефону, ставят диагнозы и выписывают препараты. Подкупает то, что они поразительно точно угадывают, что именно болит у той или иной бабушки. Эта прозорливость объясняется очень просто. Диагнозы пенсионеров можно купить в регистратуре районной поликлиники. Именно так мы и решили поступить. Не знаю. Ну, может быть, как-то мы с вами подумаем. Вот я готова вас благодарить. Не знаю, сейчас посмотрю, попробую, подождите. Всего за 3000 рублей нам удалось приобрести 100 адресов одиноких пенсионеров и выписки из их медицинских карт. Инне Борисовне 78 лет. Она бывший преподаватель немецкого языка. Сейчас работает уборщицей. Каждое утро моет лестницы в подъезде. Инна Борисовна устроилась на эту работу не от бедности. Пенсии на жизнь вполне хватает. Просто ей надо отдавать долги. Когда ты профукал все свои деньги, так будь ты хоть кто, все равно ты идиот. Я свою лестницу вынула, я свое дело сделала. Эти разноцветные флаконы – чудо-препарат от всех болезней. Именно за них пенсионерка отдала целое состояние – 2 миллиона рублей. Чтобы купить волшебные таблетки, Инна Борисовна продала квартиру сестры, взяла в долг у знакомых и соседей. Вот этот мне стоил 79 тысяч, 4 коробки. 79 тысяч. Все началось с передачи по радио. Приятный женский голос обещал быстрое и эффективное излечение от всех болезней. Пенсионерам скидки. Лечебно-профилактический продукт созданы на основе ламинарии. Вот, вот, вот. Это Ярославль уже. Это Ярославль нас рекомендует. Использование геля из гомогенизированных бурых морских водорослей. Инна Борисовна для своего возраста чувствовала себя нормально. Единственное, время от времени побаливали суставы, да иногда беспокоила бессонница. Инна Борисовна до какого-то момента даже и не думала об этом. Но после внезапной смерти сестры ее стало беспокоить собственное здоровье. Пенсионерка позвонила по указанному в рекламе телефону. Здравствуйте. Вот я хотела у вас предварительно спросить, сколько будет стоить мне коробка. Инне Борисовне объяснили, что лечить ее будет известный профессор не менее известного Московского института здоровья человека. Правда, курс лечения будет проходить по телефону. Значит, я представляла себе большое здание, разделенное на кабинеты. Там, видимо, ведется какая-то медицинская работа. Виртуальный профессор внимательно выслушивал жалобы пенсионерки, уверенно ставил диагнозы и тут же выписывал новейшие препараты. Курьер привозил их прямо домой. Быстро, удобно, а главное эффективно, думала Инна Борисовна. И каждый раз выкладывала 25 тысяч рублей. И вы знаете, я купила это лекарство, потому что я действительно боялась. На самом деле, умирали, у меня вокруг все умирают. Моложе меня люди умирают, пенсионеры. Отмирание гипофиза. Такой страшный диагноз профессор поставил пенсионерке во время очередного разговора по телефону. Гипофиз – железа, расположенная на поверхности головного мозга. Вырабатывает жизненно важные для нашего организма гормоны. При некоторых заболеваниях гипофиз видоизменяется. Но отмирание этого органа просто невозможно. По прогнозам виртуального врача, женщине осталось жить считанные дни. Старушка испугалась не на шутку. Вылечит? Я же умираю. А он берется за меня вылечить. Иначе я через 2 месяца все, я превращусь в растение. У меня отмирает гипофиз,
А это значит, отомрет весь организм. Спасти женщину от мучительной смерти могли только чудо-препараты за 2 миллиона рублей. Инна Борисовна, не раздумывая, продала квартиру сестры, одолжила деньги у знакомых и купила вот эти волшебные лекарства. Основа биологически активной добавки – ламинария. Ламинария. Едва ли не самая распространенная морская водоросль, богата йодом, используется для профилактики заболеваний щитовидной железы. Подобный препарат с тем же практически составом, ламинария, морская капуста. Я оставил ценник 79 рублей всего-навсего. Можно купить в магазине. Инна Борисовна себе места не находила, ведь болезнь могла прогрессировать. И тогда соседи посоветовали ей сделать томографию. Тут-то пенсионерка вспомнила, что около месяца назад уже ее делала. Схватила листок с диагнозом, а там гипофиз не изменен. Инна Борисовна бросилась звонить профессору из Института здоровья человека. Тому самому, который поставил ей страшный диагноз. Она хотела понять, что произошло, и вернуть потраченные деньги. Но абонент был временно недоступен. Решила, ну, потеряла и потеряла, мне не вернут. Я же знаю, что не вернут. Ради чего стараться, чтобы вернули, они не вернут, никто. Посмеются надо мной, и все. И посмеялись, наверное, уже. Мы решили сами разыскать одаренного профессора, который умеет лечить по телефону. Отправляемся на улицу Миллионщиков, 7, корпус 1. Именно по этому адресу и должен находиться Институт здоровья человека, который выпускает БАДы от всех болезней. По крайней мере, так написано в рекламных проспектах. Вот это здание. Здесь расположена только городская больница. Ни о каком институте здоровья здесь и слыхом не слыхивали. Нет, нет, потому что здесь у нас поликлиника, хирургия, терапия, все просто. А Института здоровья человека не слышали? Тогда мы попробовали пойти другим путем. Позвонили на горячую линию в Институт здоровья, представились пациентами и попытались вызвать профессора на дом. Скажите, а к вам можно подъехать? Нет, у нас приема населения нет. Все врачи и профессора Института здоровья – виртуальные персонажи. Они существуют только на другом конце телефонного провода. Встретиться с ними, как говорят, вживую, нам так и не удалось. Единственный человек, с которым мы пообщались, это курьер, который доставил заказ. Я работаю в отделе доставки. Все. Ну, а что, при чем? Отдел доставки чего? Какой-то компании? От этого института, вот как вам сказали, Института здоровья. Но мы работаем в отделе доставки. Чудо-врачи из Института здоровья выписали Инне Борисовне десяток БАДов. Смотрим на упаковки. Только на банках Аковидин Форте и Силицимак указан адрес производителя. Но по этому адресу расположен пустырь. Такого предприятия тоже не существует. В интернете есть реестр продукции, прошедшей государственную регистрацию. Там перечислены все официально зарегистрированные БАДы. Из всей горы препаратов, выписанных Инне Борисовне, мы нашли в нем только один – Максилонг С. Он продается через интернет за 405 рублей. Пенсионерка заплатила за флакон примерно в 100 раз больше. Обязательно узнайте, зарегистрирована ли биодобавка. Список зарегистрированных БАДов есть в интернете на сайте реестров Роспотребнадзора и Санэпидслужбы России. Если БАД не зарегистрирован, покупать его не стоит. Если зарегистрирован, обязательно сравните цены в интернете, ближайшей аптеке и фирменном магазине производителя. Добавки стоят в среднем от 50 до 1000 рублей. Если вам предлагают БАД за десятки тысяч, это повод насторожиться. Врач районной поликлиники выписывает вам лекарство, которое оказывается биодобавкой. К сожалению, это не редкость. Черный рынок БАДов процветает и в государственных медицинских учреждениях. Недобросовестные врачи. За небольшое вознаграждение они с радостью выпишут полезные витамины и минералы своим пациентам.
Больной тут же побежит в нужную аптеку за нужным препаратом. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Врач получит свой процент, пациент – надежду. С рекламными проспектами и аннотациями на биодобавку «Андумин Форте», которую мы сами сделали в гараже, наша корреспондентка отправляется в больницу. Предлагать сотрудничество. Суть предложения проста. Врач выписывает «Андумин Форте» всем, кому только можно. За это он получает 15% от оборота. Итак, первая попытка. Больница. Врач с нескрываемым интересом выслушивает нашу легенду. Как только дело доходит до цены вопроса, женщина тут же начинает восхищаться препаратом «Андумин Форте» и включается в нашу игру. Врач моментально перевоплощается в расчетливого предпринимателя. Ну, это же можно, да? Ну, почему же нет? Конечно, я не против этого общения. Угу. Угу. Ну, все хорошо, тем более состав мне нравится. И цейтинг, и ЗОБ, и знак, и все это. И ПП-витамин. Вот по составу прямо вот идеально. Ну, попробуем, значит. По крайней мере, я просто не знаю, для чего за фирма такая. Угу. Ну, это, в общем, новая компания, они соединились с какой-то другой компанией. То есть можно, да, на этот финал? Можно, конечно, да. Единственное, что если бы у меня была информация, где в аптеке, вот сразу, вот сказать, вот, угу. Человеку, он пойдет в какую-то аптеку, там купить. Мне нужна информация, где есть этот препарат. Попытка номер два. Военный госпиталь МВД России. Охраняемая территория. Несколько КПП. Кабинет врача-невролога. Как и все военные, он говорил коротко, но ясно. Долго рекламировать препарат «Андумин Форте» не пришлось. Господин невролог сразу перешел к делу. И нам порекомендовали к вам обратиться. По поводу чего хотите ко мне? По поводу сотрудничества. Выпишите, пожалуйста, каким образом вы будете сотрудничать? Вы выписываете наш препарат, если и процент получает. Какой? 15%. А препарат где продается? В аптеках мы вам в списке можем завтра привезти. Ну, так говорит. А как вам удобнее? Ну, с варианты. Варианты? Ну, или перечисление вам на счет, если у вас есть счет, либо журналом. Оказалось, у военного врача огромный опыт работы с фармакомпаниями, в особенности с БАДами. Ну, давайте, там договор не заключать, да? Да, там контракт, вы подписываете. С доктором госпиталя МВД мы заключаем настоящий контракт, чтобы не быть голословными. Военный врач спокойно расписывается в так называемом документе. Неужели врач военного госпиталя будет выписывать БАД «Андумин Форте» своим пациентам? Несуществующий, непроверенный, нигде не зарегистрированный и, возможно, опасный? Чтобы это проверить, другой корреспондент отправляется на прием к тому же неврологу под видом пациента. Жалуется на усталость, головную боль, сонливость. Врач назначает лечение. А потом я вам скажу, какие поливитамины, какие БАДы в данной ситуации можно предпринять. Врач военного госпиталя выписал БАД «Андумин Форте». Вот рецепт. Потом долго и красиво рассказывал о его чудесных свойствах. Естественно, мы не оставили доктору ни одного флакона андумина. И в аптеках его на самом деле не продают. Поэтому к настоящим пациентам он не попадет. Пугает другое. Врач военного госпиталя занимается бизнесом на здоровье. Спокойно выписывает пациентам сомнительные пилюли. Просто ради денег. Летом 2009 года Роспотребнадзор официально запретил медикам назначать больным биодобавки.
есть только одна проблема. Запрет запретом, но по существующим законам наказать врача за то, что он выписал пациенту биодобавку, никто не может. Это не является поводом для увольнения и даже для небольшого штрафа. То есть врача госпиталя МВД, который выписывает Андомин Форте своим пациентам, с работы не уволят. Для того, чтобы уволить такого врача, во-первых, должна быть система. По-прежнему врач, о котором идет речь, работает в числе наших сотрудников, но она находится на жестком контроле. Этот случай до сих пор обсуждают все медики Мурманска. Врач скорой помощи продавала пациентам биодобавки. Вместо уколов и капельниц доктор предлагала пациентам волшебные таблетки из коры муравьиного дерева. Врач, естественно, померила мне давление и говорит: выпейте, пожалуйста, эту водичку. Сказала, что это что-то наподобие муравьиной, там какой-то кислоты. Затем она ко мне подошла и говорит: вот за эти препараты с вас такая-то, такая-то сумма. Точно сумму не помню, но несколько сотен мы врачу отдали. Врач скорой помощи торгует биодобавками. Это Виталина Москаленко сообщила в местное отделение Росздравнадзора. Чиновники провели проверку. Главному врачу скорой помощи вынесли предупреждение. На этом разбор полетов закончился. Ей было вынесено дисциплинарное взыскание, много с ней беседовали. Потом, я думаю, что она почувствовала всю негативную реакцию со стороны сотрудников. Врач скорой помощи продолжает работать по специальности. Ее не оштрафовали, не уволили и не лишили премии. Правда, коллеги уверяют, что продавать биодобавки она перестала. Вместе с Виталиной мы попытались поговорить с врачом скорой помощи, но она категорически отказалась давать интервью и встречаться со своей бывшей пациенткой. Жаль, так хотелось бы ее увидеть. Посмотреть в глаза, что бы она сказала по поводу своей деятельности. Еще один способ реализации БАДов – это так называемые диагностические центры. Только в Москве их несколько сотен. Выбираем первый попавшийся. 40 врачей за час. Точная диагностика. Современные методы лечения. Такие чудеса обещают специалисты диагностического центра «Коралловый клуб». Избавиться от лишнего веса, замедлить старение и даже вылечить рак. Это далеко не весь список волшебных услуг, которые предлагают здесь. Хорошо, а скажите, а вот рак эта штука видит? Да. То есть злокачественные заболевания, изменение клеточек, изменение иммунитета, оно, естественно, нам показывает. Быструю диагностику проводит всего один врач при помощи обычного компьютера и наушников. А вы говорили, мне будет шипеть в ушах, мне ничего не шипит. Чуть-чуть пощелкивает. Ну, чуть-чуть, да. Вот так и должно быть. Это для того, чтобы получить эхосигнал. Методика называется эхолокация, поэтому отделен наушник. Ну, это правильное название, физическое название этой методики. То есть придумали вообще наши специалисты. Сибирская академия наук. Не прошло и часа, как у нашей корреспондентки нашли 33 серьезных заболевания. Токсический гепатит, остеопороз, стафилококки, лямблии и даже грибы в голове. В голове он живет грибок. Может создать человек психопатия, то есть тревожность, состояние такой вот страхов каких-то. Это за счет интоксикации грибками. Правда, при помощи секретной программы их тут же удалили, то есть вылечили. Но такие чудеса имеют очень сложное научное объяснение. Что такое мозг? Мозг – это электрофизиологическая сила. Вот эта фиксация, она передается на орган. После обследования добродушный врач поспешила успокоить нашу корреспондентку. Все болезни поддаются лечению и прописала курс препаратов. За чудо-таблетками идти далеко не пришлось. Их продают тут же, прямо в Коралловом клубе.
Возле кабинета врача уже поджидает другой специалист с калькулятором в руках. Стоимость одного курса лечения – 14 тысяч рублей. Это со скидкой. Отказываться от него смертельно опасно, ведь бактерии быстро размножаются по всему организму. Научно-исследовательский институт гастроэнтерологии. Сюда корреспондентка отправляется на повторное обследование с помощью традиционных методов. Цель – подтвердить или опровергнуть выводы специалистов кораллового клуба. Судя по обследованию, которое вы представляете, у вас 33 болезни. Вы что, ведете беспорядочный образ жизни? У вас очень много инфекций. Из платных клиник мы сталкиваемся с такими ситуациями. Но такой набор заболеваний я, в общем-то, вижу впервые. Гинеколог, терапевт, хирург, анализ крови, УЗИ. Чтобы пройти всех врачей, корреспондентке понадобилось 3 дня. Ни один диагноз, поставленный специалистами кораллового клуба, не подтвердился. Екатерина Владимировна, патологии не выявлено. Будьте здоровы. Спасибо. С заключением главного терапевта города Москвы мы отправляемся в коралловый клуб второй раз. Сейчас мы попробуем разобраться на месте, откуда у корреспондентки появились грибы в голове и почему ни одну из 33 болезней у нее не нашли во время диспансеризации. У вас медицинский центр? Стоим? Нет, вас, я уже вам говорил. Да? А как вы тогда имеете право ставить диагнозы? Никто вам диагноз не поставил. А, нет, ну понятно, вы очень хитро делаете. Здесь написано «врач», а там «оператор». Мы попытались довести дело до конца. Наша корреспондентка пожаловалась на действия медицинского центра в Росздравнадзор. По идее, именно они отвечают за работу всех медицинских учреждений. Росздравнадзор? Да. Скажите, пожалуйста, я хочу пожаловаться на биологически активные добавки, которые я купила. Можете мне подсказать, кому это? Это Ванищенко надо. Роспотребнадзор. А почему Роспотребнадзор? Потому что биологическими БАДами мы не занимаемся. Оказалось, что по документам «Коралловый клуб» вообще не является медицинским учреждением. Это просто общественная организация, клуб по интересам. Поэтому никакой ответственности за диагнозы они не несут. Вы же не будете подавать в суд на студию эстрадной песни, если там вам сказали, что у вас не грипп, а бронхит. Задача не в том, чтобы найти у вас действительно существующие болезни, а в том, чтобы просто сказать, что у вас что-то не в порядке, и продать биодобавки в качестве лечения. Причем это сделано настолько грамотно, что в это верят даже некоторые врачи, которые в том числе приходят работать в эту область. И они считают, что они действительно занимаются диагностикой. Коралловый клуб и подобные ему центры здоровья не имеют к диагностике болезней никакого отношения. Это завуалированный механизм продажи биодобавок. И существуют они именно для этого. Цель – продавать БАДы, а не лечить. Коралловый клуб – это не медицинское учреждение, а пункт продажи БАДов. Поэтому мы обращаемся в Роспотребнадзор, ведь именно они занимаются регистрацией биодобавок. Здесь нам посоветовали написать письменную жалобу. Можете в управление здравоохранения писать. Если что, так можете и сюда написать. А долго жалоба рассматриваться будет, моя? Как установлено законом, в течение месяца вам должны дать ответ. Но даже если Роспотребнадзор найдет нарушение, то он сможет всего-навсего оштрафовать коралловый клуб на 20 тысяч рублей. Для центра здоровья это не деньги. УБЭП. Это была последняя инстанция, куда мы пожаловались на действия кораллового клуба. Но милиционеры тоже не нашли здесь состава преступления. Клуб исправно платит налоги, продавать биодобавки втридорого имеет полное право, а доказать, что их продают обманным путем, почти невозможно. После нашего повторного обращения милиционеры обещали решить проблему. Сейчас, по нашему заявлению, УБЭП проводит проверку в коралловом клубе. Если милиционеры все же найдут и докажут состав преступления, тогда этот центр здоровья закроют.
По данному факту будет проведена проверка, в ходе которой будет установлено, существуют ли какие-либо нарушения в данном учреждении, либо их нет. Сами по себе БАДы не вредны. Производители сушеной свеклы или вытяжки из водорослей – не мошенники. Они честно пишут на этикетке «БАД не является лекарством» и продают добавки по адекватным ценам, не дороже 1000 рублей. Мошенники – те, кто уверяет, что эти добавки лечат рак и атеросклероз, и продают их за бешеные деньги. Октябрь 2009-го. Савеловский районный суд. На скамье подсудимых 5 человек. Распространителей БАДов судят за мошенничество. Это дело – прецедент. Следователям все-таки удалось привлечь к ответственности продавцов биодобавок. Они объясняли, что эти биологически активные добавки, что это лекарство, которое необходимо пропить перед курсом лечения. Также они рассказывали пенсионерам, что они приедут за ними на автобусе и повезут их в медицинский центр на обследование и лечение. Мошенники представлялись врачами районной поликлиники и выписывали по телефону вот такие биодобавки, уверяя, что это лекарство от сердечной боли. Под видом лекарства пенсионерам продавали сушеный чеснок. 30 тысяч рублей за банку. В аптеке точно такая же банка стоит 30, только не тысяч, а рублей. В 1000 раз дешевле. Именно наглость и подвела преступников. Оперативники записали разговор на скрытую камеру, а потом сделали контрольную закупку. Эти биологически активные добавки они приобретали в аптечной сети. Стоимость этих лекарств в аптечной сети составляла от 30 до 60 рублей розничная. Наталья Павловна купилась на обещание мошенников вылечить инфаркт, отдала деньги и начала пить препарат. Что ее обманули, она поняла только тогда, когда увидела точно такую же баночку на прилавке в аптеке. Пенсионерка тут же позвонила в милицию. Когда я сдала эти лекарства на экспертизу в милицию, то мне сказали, что это никакое не лекарство, это обыкновенные пищевые добавки. Но слава богу, что не отрава. В зале суда всего 5 пострадавших. Это только те, кто смог прийти на заседание. Всего мошенникам удалось обвести вокруг пальца 55 пенсионеров. Многих из них уже нет в живых. Мужчина позвонил и представился мне как из поликлиники. Заведующий поликлиникой. Организатора приговорили к 7,5 годам колонии поселения. Остальным членам банды дали от 3 до 5 лет. Одна из преступниц получила условный срок. У нее смягчающие обстоятельства. Распространительница чудо-лекарства сама больна раком. Если вы поняли, что вас обманули распространители БАДов, надо тут же обращаться в милицию. Напишите заявление, укажите в нем, представились ли мошенники врачами, было ли обещано чудесное излечение и по какой цене продавали биодобавку. К заявлению надо приложить образцы продукции и товарные чеки. Еще один способ реализации биодобавок – продажа в аптеке. Половина полок здесь занята флаконами с биодобавками. Хотя это вроде бы не лекарство. Почему же тогда производители БАДов стремятся, чтобы их продукция попала именно в аптеку? Все дело в психологическом эффекте. Мы привыкли думать – все, что продается в аптеке, предназначено для лечения. Ну, вот здесь указано, что биологически активная добавка, вернее, как рекомендована в качестве биологически активной добавки, дополнительного источника веществ питательных. Но о том, что это не является лекарством, нигде не указано. Их достаточно сложно найти. Аптека – самое надежное место для покупки БАДов. Здесь продается только безопасный и сертифицированный товар. Так думают многие. Чтобы проверить это, мы решили отдать нашу самодельную биодобавку «Андумин Форте» на реализацию в аптеку. Идти в такую организацию без документов не солидно.
На БАДы положено иметь сертификат. Можно было бы попробовать получить его официально, ведь БАДы проверяют только на безопасность, а в нашем Андумин Форте нет никаких вредных веществ. Но это займет 2 месяца. В любом бизнесе время – деньги. Поэтому мы решили купить фальшивый сертификат. Находим объявление в интернете, звоним в первую попавшуюся контору. Через несколько часов курьер привез нам вот этот документ. Сертификат на Андумин Форте. Услуга обошлась нам всего в 3000 рублей. Обычная аптека в спальном районе Москвы. На переговоры отправляемся с поддельным сертификатом, рекламными проспектами и несколькими флаконами биодобавки. Это новые продукты, мы встретили производителя, нас просто отправили выяснить, что... Да, есть Андумин Форте. Спрос будет? Если вы будете работать с врачами, если вы будете Работать не пациентов, конечно, разговор у нас будет и работа плодотворная будет. Так в том-то и дело, что мы вот как раз налаживаем сотрудничество с врачами, и в принципе есть уже какие-то определенные договоренности, вот поэтому, в общем, мы и... обратили. Как только вы их заинтересуете, как только они начнут изучать, я сразу вам звоню, и курьеры мне присылают, нет проблем. Документы оформляются за секунду. По электронной почте договорами обмениваемся, все. До вас приходит, пакет документов вы мне отдали, я вам. Все, нет проблем. Во всех аптеках, которые мы обошли, Андумин Форте согласились взять на реализацию. Никто не заметил, что сертификат фальшивый и не поинтересовался составом препарата. К сожалению, БАД не является лекарственным препаратом, и для его реализации не нужно того набора документов, которые нужны для лекарственных препаратов. Эти кадры мы показали представителям Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Антимонопольного комитета, Института питания РАМ, Госдумы, Лиги защитников пациентов и Ассоциации производителей БАДов. По идее, именно эти люди должны наводить порядок на рынке биодобавок. Виноват врач или нет в данной ситуации? Нет, это очевидно, что он по каждому конкретному случаю виноват в данной ситуации. В том сюжете, в каком есть. Другой вопрос, можем ли мы его привлечь и на основании чего? Мы иной раз изготовителя не можем как бы наказать, потому что те статьи, которые предусматривают нарушение в области закона о защите прав потребителей, они касаются прежде всего розничной торговли. Изготовителя очень сложно как бы за это наказать. Вот если посмотреть на сюжет и посмотреть, из какого сырья они производили вот этот вот продукт, так, это с высокой степенью вероятности, если бы у людей было больше времени, они бы зарегистрировали, значит, вот это вещество. Почему? Потому что оно толклось и делалось из тех веществ, которые допущены, соответственно, санитарная, значит, безопасность их уже проверена, так, значит, и химическая безопасность там санитарная их тоже проверена. Андрей Валерьевич, получается, зарегистрировали бы? Такой состав. Такой состав, да. Нормальный состав. Там если санитарное... нормально все было сделано. У меня возник вопрос, который я задавал правоохранительным органам. Почему продукция, которая нигде не зарегистрирована, для поступления на территорию Российской Федерации, для ее оборота, 5 лет как минимум свободно продается через сетевые пути, рекламируется в интернете. Ну, кто нас отвечает за то, что... Чтобы... Что они вам отвечают? Вы задаете вопрос, они что отвечают? Пока ничего. Пока все продается. Как вы считаете, продажа БАДов в аптеках создает у покупателя ассоциацию с лекарственным препаратом? Вы знаете, скажите, пожалуйста, сегодня минеральная вода продается в аптеках. Это тоже создает образ? Зубная паста. Зубная паста. Это предметы, которые нам необходимы. Что это ответ? Если зубная паста, то, в принципе, если она с лечебным эффектом... То, да. И простая продается. Там не ассоциация это не с лекарственными средства, препаратами. Это средство... То есть вы считаете, что не возникает... Ассоциация не с лекарственными препаратами, а с надежностью. Потому что аптека считается, согласна, что это жестко контролируемая структура. Вот чем ни одной организации. Чем больше, так сказать, широта... Значит, возможностей, вот наказание или не наказание, это тем больше коррумпированность. И поэтому, по-моему, эта система, и пока и не хочет никто ее создавать. Но и нельзя назначать крайним человека при отсутствии стройной государственной системы вот, контроля. Стройной, я повторяю. А не так. Одному дали одно право, другому другое. Единой контрольной службы как таковой ведь нет.
Ну, что вы говорите, я не хочу обижать ни Росздравнадзор, ни Роспотребнадзор. Но если бы была единая служба, было бы легче, значительно бы легче было бы, если бы все было объединено. Росздравнадзор не может проверять БАДы на полках аптек, потому что это не лекарство, а Роспотребнадзор не отвечает за то, что продается в аптеках. Эти две госструктуры просто перекидывают ответственность друг на друга, а крайнего, как всегда, не найти. Законы надо менять. Только так можно навести порядок на рынке БАДов. Это признали все участники нашего круглого стола. А пока этого не произошло, надо помнить простые правила. Добросовестный производитель БАДов обязан ставить на упаковке пометку «Не является лекарством». Если такой надписи нет, добавку лучше не покупать. На сайте Роспотребнадзора есть список всех разрешенных биодобавок. Если вы не нашли БАД в этом списке, его лучше не покупать. Биодобавки стоят в среднем от 50 до 1000 рублей. Если вам предлагают БАД за десятки тысяч, его лучше не покупать. Врач не должен выписывать биодобавки и давать адреса аптек. Если он это делает, к рекомендациям такого доктора стоит отнестись настороженно.